Мам, а почему мы тут стоим? Сейчас увидишь. Приветик! Привет, мы вас так долго ждали. Какая у тебя уже взрослая доченька? Как тебя зовут? Меня зовут Лиза. Какая ты милашка. Я приехал с сыном, может, он тебе даже понравится. Привет, Егорка, какой ты уже большой. Вы тут пообщайтесь, а мы пойдем. Меня Лиза зовут. Я Егор, а теперь отстань от меня. Почему так грубо? Я гей, меня интересуют мальчики, а не девочки. Ты мне неинтересна. Ты мне неинтересна, бе-бе-бе. Помогите, убивают. Егор и Лиза много времени проводили вместе. Лизе очень нравился Егор, и в один день... Егор! Что ты хочешь от меня? Ты мне нравишься. Боже, задолбала, я же говорил, что я по мальчикам. После этого он начал сильно издеваться надо мной, но так, чтобы у меня не было ни одного шрама или травмы. Потом он перестал появляться в школе. Я росла, и уже в 10 классе мне стало пофиг на него. Сейчас я в 11 классе, и я давно забыла Егора. Доченька, у меня для тебя... Что это на тебе? Быстро сними это! Мам, мне 17 лет, я уже взрослая и могу принимать решения. Ну ты же девочка, ты должна ходить в платьях, в юбках, а сейчас ты выглядишь просто ужасно. Ну ты же девочка, бе-бе-бе. Бесит. А ты красотка. Заткнись, урод. Ох, обидно, что моя будущая жена так со мной обращается. Фу, да никогда. А ты такая милая, когда злишься. А ты очень милый, когда улыбаешься. А оказывается, что ты можешь быть доброй. Ага, вот только я редко кому говорю что-то милое и делаю кому-либо комплименты. О, получается, я счастливчик. Мила, слушай, прости за то, что недолюбливал тебя в детстве. Хоть это было больно и неприятно, но шрамов у меня нет, так что прощаю. Мир? Мир.
О, привет, гей. А это тот мальчик, который тебе нравится? Дура, блин. Не обзывай девочек. Это твой парень? Это мой друг. Можешь вместе со мной кушать. Угощайся. Блин, он такой милый. Жалко, что он гей. Так бы я ему призналась. Мы каждый день гуляли после школы. Егор обнимал меня при каждой нашей встрече. К Егору липли как мальчики, так и девочки. Из-за моей ревности я решила не замечать тех, кто лип к нему. Может, уже отпустишь меня? Смешно. О, Лиз, твой муж пришел. Кто? Только не говори, что там Егор. Слушай, Лиз, прости за тот случай, я не специально. Да ладно тебе, я уже забыла. Да, конечно, конечно, сама думает об этом целыми днями, что ты врешь? Я знаю, прочитала манги там, ой, ладно. Доброе утро! Лиза, давай отойдем. Ты что-то хотел? Стой! Ты же по мальчикам! Ха, да, я тебе это говорил, но никогда не доказывал. Я люблю тебя. Ну и вот конец данного мини-фильма. Надеюсь, что вам понравилась моя озвучка, хотя не думаю, потому что у меня сегодня
Да и вчера, и позавчера, и на той неделе было плохо, я болела, вот, в принципе, по голосу слышно, поэтому я надеюсь, что ничего страшного в этом нет, но пока что, пока я болею, будет очень-очень-очень-очень-очень-очень редко выходить озвучки, как вы поняли. А когда я сразу выздоровлю, я как буду робот, я превращусь в робота и буду делать как бы миллиард озвучек в секунду, ребят, в секунду, часовые, двухчасовые, десятичасовые, все, что для вас угодно, все для вас. Ну, в общем, всем спасибо за просмотр этого видеоролика, надеюсь, что вам понравилась озвучка, понравился мини-фильм, если да, то подписывайся на канал автора, подписывайся на мой канал. Ставь лайк этому видео, оставляй свой комментарий, я обязательно его прочитаю. Ну и всем спасибо, спасибо, что ты есть.